Привет, сегодня у нас Bounty Hunt за темного воина в Blox Fruits. Я буду использовать сразу два фрукта, половину видео я отыграю с Дарком, ну а вторую половину с Shadow. И за каждый из них мне надо сделать по 10 киллов, поэтому обещаю, что видео получилось очень интересным, так что смотри до конца, ну а мы приступаем. Давно мечтал купить робуксы по самой дешевой цене? Тогда тебе точно на RBXL. На сайте робуксы всегда есть в наличии, а их покупка идет по самому выгодному курсу с моментальной доставкой на ваш аккаунт. Вступайте в наши соцсети с постоянными розыгрышами. Сайт имеет 1000 отзывов от реальных покупателей. А для желающих получить робуксы бесплатно, на сайте действует акция, позволяющая получить робуксы за приглашение друзей. Все это только на RBXL. Ссылка на сайт в описании. Ну а вот примерная комбо, которую я буду использовать в этом видеоролике. Иногда, конечно, может что-то перекоситься и не сработать, но в целом хорошая комбо и главное, что ваншот. И еще вот статистика, с которой я буду сейчас играть. Ну а я думаю, уже самое время приступать к Bounty Hunt. Так, нас атаковал какой-то драгон, но я ему гулем сбил способу, и получилось это довольно смешно. Ладно, не повезло ему, конечно. Так, Сангуином попал, ну, Midnight Blade немного промахнулся. Но ничего, сейчас мы его накажем. Так, опа, все, попался он в комбо, все, хана ему точно. Давай, нет, я хотел чуть-чуть подлиннее сделать, но не получилось. Так, что-то он это свои крысиные тактики подрубает и начинает ранить. Это не надо, это плохо. Вот видите, просто убегает и тупо разворачивается и юзает первый скилл. Ну, как так можно? Так, у него есть ангел, и это уже страшно, потому что ангелов я боюсь больше всего. Так, вроде живем, у меня 1000 хп оставалось. Ну, ничего. Так, давай глазик от Сангуина. Да, попал им. И все, Midnight Blade, все, четко я убил его. Так, опа, поймали на сашку какую-то кицуну. И давай. Комбо у меня что-то на перекосняк пошло. Ну, ладно, нормально. Опа. Давай, я, наверное, его сейчас убью. Давай, давай. Ладно, что-то непонятное. А, все, я его убил. И остается только еще один. Вот я не знаю, кто это. Так, стой, никуда не убегай. Нет. А, я попал. Ладно, я подумал, я уже промахнулся. Давай, глазик Сангуина. Все. Ладно, я не знаю, как он его не добил, конечно. Ну, зоны не попал. Ну ладно, он от меня точно не убежит. Все, давай, стой. Опа, притянул чуть-чуть, и все, я убил его. Так, вот у нас какой-то леопард, и я немного попал в него с лохитарой даже. Так, он меня оттолкнул, ну ничего. Давай, ладно, я не попал, грустно. Давай, с Сангуином попал. И все, нормально, в принципе, получается, может я его убью. Да, все, изи. Опа, у нас в замке какой-то чел есть. Все, давай, на цешку поймали, Midnight Blade и Сангуин. Ладно, я не попал, похоже, мне просто столб помешал. Давай, Midnight Blade тоже не попал, да, ну что такое, ладно. Все, он вышел наконец-то из замка, поэтому можно сейчас нормально сражаться. Так, у него рамблы, я так вижу, ну, нормально. Хаки наблюдение спасло. И, ладно, ну он почти попал, кстати, хаки я так вроде выключил сам. Так, все, налови цешку. И я не знаю, как я не попал, что это было, ну, ладно. Давай... Все, хотя бы на Midnight Blade попал. И что, нефью занул на рамбле? Нет, ну почему так? Так, давай, стой. И... Ладно, что у нас получилось? Ну я бы, кстати, комбо продолжил, если бы он меня не оттолкнул. Ну а так вот как-то так получилось у нас. Ну, он довольно быстрый из-за своих дэшей. И иногда бывает его тяжело поймать. Но давай... Что я сделал? Ну ладно, опа, на Сангуин поймал. И... Давай... Ладно, я его почти добил. И все, В4 есть, поэтому я не знаю, сейчас реально один скилл, и все, он будет мертв. Главное, чтобы этот жук не убежал, и тогда все будет вообще шикарно. Так, он сейчас близко, ну, я чуть-чуть промахнулся, а так-то вроде все хорошо. В общем, килла не будет, он все-таки убежал, так что погнали дальше. Вот у нас следующий какой-то человек, и так, ни я, ни он не попали, что-то, и давай комбо, пожалуйста, сработай. Нет, ладно, глазик, даже глазик не полетел за ним, ну как так, что это? Ладно, я обиделся. Давай, мудрый снайп, и ладно, я не попал. Ну, я сильно удивлюсь, если я попаду все-таки на первый скилл Дарка, и я не знаю, как я попал на свою гитару без хаки. Ну, наверное, повезло. Короче, сейчас подбегаем к нему, во. И сейчас тупо ваншотаем, давай, пробуем. Опа, и если бы я сейчас попал, я бы, скорее всего, убил его. Ну, ладно. Так, давай, лови Сангуин. И давай, все, я убил его, можно считать. Да, все, имбуа. Так, вот у нас какой-то чел мудрый с магмой. И я, как всегда, не попал на этот, на Дарк. Но я даже не знаю, что бы я делал, если бы я попал. Ну, ладно, это такое дело, главное попробовать. Опа, и все, есть еще один килл у нас в копилку.
Уже большая часть выполнена, как бы. Вот здесь же у нас какой-то чел с киборгом. Давай зону. И я не знаю, как он попался. Ну, ладно. Погоди, может это тот же чел с магмой? Я не уверен. Ну ладно, в принципе, мне все равно кого убивать, главное килл. А, не, это все-таки кто-то другой, ну все-таки уже седьмое убийство. Так, вот у нас какой-то портал, и что-то он уже мудрый вроде как провязал, но В4 меня чисто спасла, у меня фул хп вообще до сих пор. Поскольку я совсем недавно играл на Dark Blade, я знаю, что на нем комбо нереально быстрые, но у него билд все-таки немного отличается от того, на чем играл я. Ну, так, ну надеемся, что мы будем жить. Да, все-таки вы выжили. Но я не знаю, как он играет все-таки с кабучей на портале. Но вроде как он все-таки скилловый чел. Так, чё? Вот он вылез и на лови глазик. Ладно. Он даже в него не прилетел, нет. Ну, у меня сейчас очень мало хп, он что-то очень быстро на мне проюзал. И все, я умер. Так, вот у нас какой-то Лео, давай, иди сюда. Все, зона есть. Давай, мудрый ваншот комбо. Хочу просто его сразу убить. А нет, у него шарк, ну ладно. В какую сторону оно полетело, че с этим мечом? Пофиксите прицел. Ладно. Так, опа, я его что-то поймал на X, и нет, я позже ничего не сделал. Так, я чуть-чуть поймался в Солгитару, и... Не, ну у него кибермув жесткий был, он облетел вокруг меня на Гудхумане и не попал. Ладно, давай, все, комбо, я должен его сейчас убить. Давай, там шарики должны его добить. Нет, ну у него очень мало хп, давай. Нет, он сейчас убежит, у него есть гиперскорость, не надо, нет, стой. Так, ой, КДК это не надо. Че я зажал, я не знаю, че у него за тактика. Ладно, что-то мудрое у него получилось, и хп у меня сейчас не очень много. Он вообще каким ананасом отбежал? Не знаю, ну как так можно? Вообще, фу, раннер. Так, ой, блин, я не знаю, как он попал. Фух, ну он не долетел. Что? Нет. Фух, ну вроде как живем, все, В4 есть? У него тоже В4, но у него шарк. Ну, кстати, шарк вообще не очень, как по мне. Я только что заметил, что это 27-миллионник. Как так? Вот объясните, как так можно играть на столько баунти? Ну ладно. Давай, сейчас мудрый снайп будет. Нет, не будет, ладно, он меня кликом оттолкнул. Но это просто помешало, все. И опять вот комбо было бы, но он меня оттолкнул Гудхуманом. Вот, ну как так можно? Вот, ну, нечестно же, правда? Так, это вообще какой-то другой человек, по-моему, пришел, или нет? Пойди. Я не понял, ну ладно. Не, это все-таки Лео, там другой сбоку. Опа, давай, я должен его сейчас убить. X? Нет, я не достал, походу, что... Фух, Дашка добил, все. Я так рад, я убил 27-миллионника, что? Ну и, конечно же, он захотел взять у меня реванш. Вот он, и... Так, я получил цешкой по шапке. Ладно, нормально, живем. Давай, Солгитару лови. И... Давай, Миднайт Блейдом попал, имба. Все, давай. Сангуин просрал, ну ладно, ничего. И, кстати, я даже не знаю, почему так получается, что все время я за ним бегаю, а не он за мной. Потому что сейчас как бы ему реванш нужен. Ну, как-то вот, да. Так, на, лови Солгитару. Так, я вроде как попал и не попал одновременно. Может, у него хаки сработало? Так, давай еще X. И... Ладно, он не попался. Ну, не знаю, на что я надеялся, конечно. Ну ок. Мне остается всего 2000 хп, и если он в меня попадет, к примеру, Гудхуманом, то, ну, все, это моментальная смерть, как бы. Поэтому, вот, да, если бы он сейчас не промахнулся, то все, это мне бы конец был. Так, давай. Все, я отхилился, можно считать. Давай, Midnight Blade. Он шарк включил. Ну почему так? Я бы, может, его убил вообще сейчас, я не знаю. Так, вот его Солгитара, ну, вроде как он не попал. Все, Сашка, зона. Давай, он должен умереть. Вот просто. Давай, все, Сангуин. Вот этот портал, или как оно называется, у Midnight Blade. Ну, в смысле, нет. Давай, все. У меня немного залагало под конец, но ничего, я его все-таки убил. И еще 17 тысяч хонора. Так, опа, какой-то Будда. И. Давай, вроде как я его поймал. Сангуин. Давай, все. Нет, я не попал, но там было очень близко, я бы его убил. Давай, главное, чтобы он не убежал. И все. Ну, он близко очень. Давай, какой еще прыжок? Иди сюда, давай, давай, да давай. Это последнее 10-е убийство, и мы перейдем к фрукту Shadow. Так, давай, у него очень мало хп. Нет, как я не попал, что это было? Все, я его убил, и мы переходим к следующему фрукту. Я уже взял Shadow, и что по поводу билда, я изменил только меч. Я взял КДК. Мне больше нечего сказать, поэтому побежали хантить. Так, оба, у нас здесь есть какой-то уже человечек. Давай, лови Сангуин. И я не знаю, как я не попал на КДК. Я уже очень привык к Midnight Blade, и то, что у меня статы на меч. Ну, ладно, давай, я попал ультой на Shadow, и, ну, нормально я ему снес, и он до сих пор там застряг, конечно. Ну, да уж. Ну, не знаю, сейчас уже чувствую, что ГДК это не мое, но все, я добил его с Адгуином, и круто. Так, вот у нас какой-то чел с Рамблом, и я уже вроде какой-то мини-комбо сделал.
Давай Сангуин. Нормально получилось, кстати, но можно было бы и получше, конечно. И, кстати, я забыл вам кое-что сказать. Я перевел статистику с мяча на фрукт. Но я думаю, это и так всем понятно. К нам в бой влезла какая-то кицуна. Ну, надеюсь, что она не стырит у меня килл, конечно. Ну, ладно, давай. Шадоу ульта. Все, имба. И так. Ладно, я почти завязал Сангуин. Ну, ладно. Давай, у него очень мало хп. Все, я убил его. И осталась только кицуна. Короче, ребята, отмена. Кицуна убежала. Так что догонять я не буду, потому что она, я не знаю, быстрее флеша. Так, стоять, меня какой-то лед на вышку поймал. Так, а я думал, у него мудрая комбо есть, но нет, все-таки ничего он мне не сделал. Давай, все, шадо ульта, КДК что-то сделали, и все, изи убийство. Так, давайте вот следующий наш соперник. Давай, Цешка, я не попал немного, ну, сейчас глазик в него влетит. Да, все, имба. Кстати, на КДК у меня 600 мастер и огненной зачар, поэтому даже без В4 его не стоит недооценивать. Ребята, короче, появился Индра, поэтому мне очень нужен мини-Даркблейд, или не знаю, как его правильно называть. Так, стоять, этот портал до сих пор со мной сражается. Ладно. Короче, я пытаюсь как-то вылезти, ну. Ладно, он мне все-таки не дает. Ну ладно. Пытаемся, короче, идти, я не знаю, мне очень нужен этот мини-Йору. Здесь какой-то читер его за секунды убивает, и скорее всего я вообще ничего не получу. Еще и вот этот портал меня в измерении затаскал. В общем, все, отлетай давай на КДК. И да, я ничего не получил, ну, обидно, если честно. Ладно, ну хотя бы надеюсь, этого убью. Да, все, 17 тысяч хонора, имба. Короче, тот чел вернулся, и вот он здесь, давай, Цешку. И давай, пошли за ним в измерение, попытаем удачу, что ли. Давай, короче, X от КДК, Z. И да, я убил этого чела и уже второй раз, еще 17 тысяч, имба. Так, здесь какая-то вообще каша, и еще один килл, что... Еще один капец, я не знаю, я уже разбогател здесь. На, лови еще штуку от Сангуина, Цешку. И что? Ладно, еще штука от Кицуны меня прилетела, но ничего страшного, у меня еще много хп. И я убил чела еще раз, 17 тысяч хонора, капец. Меня поймали на вешку в портале, ну в принципе не страшно, думаю. Давай я сейчас КДК ему все снесу, все убью. А, ладно, не получилось, ну он наверное какой-то мудрый, вообще мощный. Так, ну на Солгитару он не попал, кстати, так что нормально. И так, еще какой-то чел с светом или что, я не понял. Ну, ладно, у меня уже 10 тысяч хп, я от удара своих отхилился. У меня гуль как-никак, так что вот. Так, опа, давай тпхаемся. И, ладно, меня поймали в измерение. И, кстати, чувствую, что я просто аурой гуля кому-то что-то снес. Ну, ладно. Так, ладно, я не первый выбрался, ну, ничего. Что, почему так много дамага, я не знаю, у меня меньше 1000 хп оставалось. Давай, Цешка, она должна меня отхилить. Нет, она просто пропала, что, почему? Ладно, чувствую, я сейчас умру. Нет, нет, все, блин, ну так все хорошо начиналось. Ну, ладно, в любом случае мы в большом плюсе. Опа, давай выманиваем чела из сейф-зоны. Все, он вышел, давай. Юзаем за этот сол гитары. И, о чудо, я попал, я не знаю, как так. Ну, ну что это было, как я потом не попал? Ладно, Илья, я не знаю, что я делаю. С Ангуином вот ему что-то снес, нормально, в принципе, получилось. Все, давай, сейчас вешка, ульта. Нет, я просрал ульту, что я сделал? Ладно. Так, давай, X к ДК. Все, я приблизился к нему. Давай, с Ангуином попал. И все, шаду есть. Давай, Цешка. Все, я убил его. Изи. Так, сейчас активируем гуля В4. И у нас остается только чел с саундом. И если я его убью, то все, это будет 10-й и последний килл. Так, он провязал на мне Z Гудхумана, но я просто ему перебил комбо. И все. Да, я его убил, и это был последний килл в этом видосе. Ты не забудь подписаться, поставить лайк, зайти в мой дискорд сервер, обязательно посмотри мои другие видосы, и всем пока.